Так. Что тебе пришло? Спиннинг для рыбалки. Так, ладно, всем здравствуйте. С деком, да, отправили? Угу. Открывает пока. В общем, хотел удочку муж. Вот он ее получил. Как компания называется? Называется «Рыболов Кемерово». «Рыболов Олка». По одной кусай, Захар. Куда ты столько? Да. Антистресса много. Дай крючки еще тут бонусом взял. Угу. Спиннинг называется «Наваха-мормышка». 1,98 м. Почти 2 метра. Модель 2021 года. Продажа появилась только 7 февраля. Очень я ее ждал и выпросил у жены на день рождения. Вот такой чехол. Не знаю, бархат, наверное. Ну да, что-то такое. Пачкаться будет. Высокого уровня считается спиннинг. Что значит высокого уровня? Ну, он сделан. Сделан как копия знаменитого японского спиннинга Матаги. То есть сделан один в один. Как японское удилище. Значит, ужас какой. Такое тоненькое. Ну. Очень, очень тоненькое. Тут, я не знаю, меньше миллиметра, наверное. Захар, не трогать. Кончик. Угу. То есть маленькая рыбка будет давать ощущение, что ты тащишь акулу. Ну, то есть для мелких водоемов, да? То есть... Да. Ну, обычно когда речки маленькие и рыбки маленькие водятся, да? Так ты имеешь в виду? Да, это чтобы ловить небольшую рыбу и получать удовольствие. Запах такой идет от нее. Но запах не китайский, да, когда с Алиэкспресс. Здесь запах не китайский, просто свой заводской запах. Вот от этой штуки, да. Как она это. Не резина, как? Не знаю даже. Под ней пробка, что ли? Кольца вот эти сделаны. Кольца сделаны из титана. Японские кольца. Фирма Фуджи. Довольно известная. Угу. Вставки колец. Оксид кремний. СИК. Он давно уже этот материал. Называется СИК. Оксид кремний. Для того, чтобы леска хорошо скользила. Mm-hmm. То есть он очень гладкий, как хорошо отшлифованный, не знаю, камень, наверное. Как металл хорошо отшлифованный, вот так, ближе, наверное, к металлу. Все. Модульность графита 40Т. То есть это самое плотное, насколько я знаю, на сегодняшний день. Это означает, что чувствительность самая сильная у удилища. Тюльпан тоже, соответственно, Фуджи, противозахлёстный. Зачетная палка. Очень маленький. Теперь тебе сюда надо этот
катушку новую. Да. Это все весело, но отпускать на рыбалку мне не очень нравится. Да. А это что такое? Это какое кольцо? Самое большое. Это когда стоит вот здесь катушка. Катушка, она как бы на расстоянии от удилища. И за то, чтобы она шла, леска шла по конусу, специально сделали карту колец. То есть в определенных местах стоят кольца, чтобы этот конус сглаживать. То есть вот так идет, идет. Угу. Понятно. Все очень. Что, ничего не понятно. Это адрес? А, это не длина. Я думала, адрес этой ручка компании. Вообще, молодец. То есть вот так берется и ловится. То есть полностью ручка вся помещается в ладони, и указательный палец кладется на бланк, то есть на удилище для чувствительности. То есть такая однорукая палочка. Высокочувствительная. Ну, сюда надо теперь этот нормальную катушку. Да. Ну, потом когда-нибудь куплю хорошую еще катушку сюда. Долго собирать. Все? Да. Весь обзор такой. Все, спасибо за внимание. Всем пока-пока. Интересно. Строю жилище. Вот бью пальцем по бланку, кольчик играет, то есть так называемый мормышек. Ловля супер легкими весами. Но в то же время он останавливается довольно быстро. После наброса паразитных колебаний почти нет. Ладно, все, пока.